Войны, ковид, кризисы и прочие сложные события, даже какие-то личные события, кризисы в жизни, вынуждают людей искать лучшее место, лучшие условия, вообще другие условия жизни или бежать, где физически небезопасно. Количество негативных событий и, соответственно, мигрантов растет с каждым годом, кроме года, когда был локдаун. Например, Европа и Азия приняли около 87 миллионов международных мигрантов, и это составляет 61% от общего числа международных мигрантов в мире в 2020 году. А в нынешнем, 2022 году, эта цифра будет в разы больше. Я, честно говоря, никогда не задумывалась, что такое количество людей мигрирует. Для сравнения, по цифрам, кто не ориентируется, по данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность населения Украины на 1 января 2022 года составила 41 167 336 человек. Если вам интересно, кто, откуда и куда чаще всего эмигрирует, и интересный очень сайт, где все это можно просмотреть, а вот этот отчет есть за каждый год. К сожалению или счастью, жизнь, которую мы представляем, не имеет ничего общего с реальностью, которую мы получаем, ну или частично. И так происходит не только в чужой стране, а и, собственно, в той, в которой мы родились и живем. Все, кто эмигрирует, сталкиваются неизбежно с сильными психологическими реакциями из-за стрессов, каких-то разочарований, проблем и сложностей, которые возникают. А учитывая последнее событие, как война, да, эмиграция происходит условно-принудительно и скорее принудительно по причине военных действий, что создает еще и дополнительный стресс. Одно дело, когда ты готовишься к переезду, выбираешь страну, возможно, ты в ней уже бывал, и ты спокойно, плавно переходишь в новую среду, ты подготавливаешься. Другой вопрос, когда ты вот в чем стоял, в том и поехал в другую страну, не зная вообще ничего. В дополнение с отчасти похожими проблемами сталкиваются люди, которым приходится ресоциализироваться, то есть адаптироваться заново, вроде как в среду, которая она и была, но в которой изменились правила игры, условия за счет глобальных каких-то экономических событий. Берите что-то вкусное, блокнот для заметок, своих мыслей, и приглашаю вас побеседовать со мной о том, как создавать и раскрывать свою новую реальность и возможности в своей и чужой стране, и себя в ней. С чем вы неизбежно сталкиваетесь в ситуациях, когда все меняется, и как быстрее адаптироваться и начать полноценно жить или внедриться в жизнь. Мы будем рассматривать два варианта, две ситуации, когда человек переезжает по своей воле, когда человек переезжает вынужденно из-за внешних каких-то тяжелых обстоятельств. Понятно, что есть индивидуальные моменты и ситуации. Я попробую рассказать об основных, с которыми сталкивается большинство, и, собственно, с которыми я сама столкнулась при переезде в другую страну. Как правило, фазы адаптации разделяют на 4-5 этапов. Я лично хочу обсудить чуть более детально и разобью на 7 шагов. Шаг первый — это этап подготовки. Первый вариант, когда человек в спокойном состоянии. На этапе подготовки обычно формируется картинка такой сказки, то, чего мы будем ожидать. Мы читаем о традициях, возможно, учим какие-то базовые слова, язык. Мы заранее можем найти квартиру, где будем жить. Заранее узнаем, как можем извне, с чем мы, возможно, столкнемся, и продумываем, как мы будем решать эти сложные задачи. И самое главное, как правило, люди переезжают или уже с запасом денег, или у них есть удаленная работа, или они, в принципе, едут по причине работы или учебы. Задача на этом этапе — узнать, где жить, собственно. Заранее мы просматриваем местность, по картам отзывы, слушаем, что нам говорят друзья, кто у кого какой опыт. Мы заранее подготавливаемся к тому, что мы увидим, что мы получим по приезду. На этом этапе проблема может возникнуть в том, что человек этот этап пропускает, потому что он оказывается вот во второй роли, которую мы дальше обсудим. Или на этом этапе может быть очень много неправдивой информации. Например, о каких-то традициях, которые уже в современном мире давным-давно устарели. И современные жители просто не следуют такому поведению, о котором вы читали. Обычно иностранцы с добротой и теплом и пониманием относятся, если вы что-то не так говорите, не так ведете себя. Поэтому в этом страшного ничего нет. Второй вариант. Когда в срочном порядке человек покидает свой дом и выезжает в другую страну или местность.
Здесь выходит так, что просто нет этой подготовки, и все, что нужно было сделать на этом этапе, делается, компенсируется на последующих этапах. Как правило, это все в стрессовом режиме. Или наоборот, бывает, люди попадают так, что все проходит очень гладко. И дальнейшие эмоции и впечатления зависят все-таки от внутреннего состояния человека и его осознанности, в котором он будет пребывать. Сам переезд. Первый вариант. Эйфория. Я это сделал. Ты подготовился, ты так ждал этого переезда. И вот ты приехал и получил желаемое, ты наслаждаешься тем, что ты получил, что ты переехал в что-то интересное и новое. В основном на этом этапе люди сталкиваются с каким-то мелкими проблемами бытовыми. В этом состоянии эйфории человек многие проблемы не видит, не слышит и не решает, сам того не подозревая. Восприятие реальности в этот период позитивное, открытое и достаточно узкое. Мы видим то, что заранее придумали на этапе подготовки. Второй вариант. Тоже присутствует выдох в стиле «я это сделал», но в другом формате. Есть ощущение расслабления психологическое, что вы физически в безопасности, и это здорово, и это хорошо. И, как правило, в этот момент организм требует выпустить этот стресс, который он получил до переезда. И во время него все же выезжают по-разному. Кто-то успел забрать самые важные вещи, кто-то приехал, собрался машиной с кучей вещей, а кто-то просто в чем стоял, в том и поехал. Кто-то близких потерял, кто-то животных, кто-то болеет и так далее. Разные стрессы могут быть. Очень требуется в этот момент выпустить этот стресс, который накопился, потому что он проявляется в повышенной тревожности, переживаниях, страхах, плохом сне, плохих снах, нежелании кушать и общаться, даже бывают иллюзии. Нужно время, чтобы это все пережить в спокойном состоянии, а времени, собственно, в таком случае, скорее всего, нету или мало, или так кажется, потому что добавляются стрессы от того, что вы где-то, где не понимаете полностью, где вы, зачем, что происходит, насколько долго это, нужно ли, что нужно делать вообще, да. Самое главное, что нужно зарабатывать, заботиться о детях и семье, ну или о себе, если вы семью не имеете, о взрослых, если есть взрослые родители. Появляется много неопределенности, из-за которой тело и психика не могут расслабиться и жить полноценно, не могут решать задачи, которые вы будете ей давать. Что делать? Конечно, первое, что нужно сделать, это быть в безопасности, естественно. Это жилье, еда, вода, безопасность социальная. Кому-то сразу нужно искать работу, но обычно на это все равно уходит какая-то хотя бы пара дней. Это все равно требует силы, и не каждый способен сориентироваться, что и как делать вот так вот резко, быстро. Единственный выход, когда вы сами плохо соображаете и не можете трезво оценивать ситуацию, пользоваться услугами консультантов, бесплатные линии, поддержки, волонтеры, есть всегда какие-то бесплатные курсы, помощи достаточно много, ее главное искать. Со всем незнакомцам в таких случаях, естественно, доверять нужно очень аккуратно. Далеко не все люди, даже желающие вам добра, искренне могут вам помочь и действительно сделать что-то полезное. Не создавать дополнительный стресс самостоятельно. Если вы, например, долго ищете работу, разочаровываетесь, не можете найти, ребенок заболел, ничего страшного, выздоровеет. Долго жилье не ищется, не можете найти, не нужно делать из этого катастрофу, просто продолжать искать, не впадая в эмоции, не впадая в панику. В таких ситуациях сложнее сделать, чем просто сказать, но все же нужно самому создавать себе условия жизни, и это было всегда в любой ситуации, даже не стрессовой, всегда есть возможности и выходы. Просто вы можете из-за психологического состояния, напряжения его не видеть. Я же говорю, чем больше стресса, тем уже мы видим этот мир и воспринимаем его. Время выдохнуть. В этот период важно есть, пить, спать, общаться. Ваше тело и ваша психика, они взаимосвязаны. Тело должно быть в ресурсе, чисто даже в физическом. Очень важно осознать, что произошло у вас дома, прокрутить в голове. Осознать значит понять хотя бы, что касается себя, причинно-следственные связи. Проговорить в своей голове, написать дневник, проговорить вслух – это тоже важно. Понимая, что происходит, вы можете опираться на самого себя чуть больше. Вы как бы концентрируетесь на себе, создавая точку опоры в себя. А это важно, когда вокруг полный хаос, надеяться не на кого и хотя бы на себя надеяться – это очень нужно.
Когда ты продумал, осознал, что произошло с тобой, интересно прочитать через аргументированные, проверенные источники, новости, что происходит, причинно-следственные связи. Самое важное, не смотрите тех, кто очень эмоционально, как вот эти телешоу, да, кто-то плачет, кто-то агрессивный, особенно если вы восприимчивы к эмоциям, они только ухудшат ваш настрой и заберут силы. Обращайте внимание на лидеров, которые спокойные, четкие и последовательные. Как правило, к ним люди, в принципе, и тянутся. И далеко не всегда это политики, аналитики. Ищите думающих, аргументирующих людей. Дальше нужно выделить хотя бы один день по возможности чисто для себя и семьи. Обсудить вместе, что произошло. Это продолжение осознания, что происходит. Детям объяснять, что происходит, обязательно. Часто они считывают состояние взрослого человека, родители, да, и вот это напряжение они перетранслируют через себя вам же. Есть разные люди, но если вы сразу не обсудите, будет чуть сложнее идти дальше. Вы будете все равно возвращаться к этому моменту, осознанно или неосознанно, или сами, или семейно, пока полностью не обработаете эту информацию. Даже если уже в вашей стране, допустим, в нашей стране все успокоится, то все равно, скорее всего, возвращаться к этому мы еще будем долго. Также важно, чтобы все члены вашей семьи или хотя бы часть были в безопасности. Ну, всем понятно, почему, когда ты находишься в одной стране, а в Украине у тебя остались родственники, и, естественно, это вызывает напряжение. Точки опоры и ритуалы. Наш мозг не любит новое и не любит неопределенность. Поэтому хотя бы на один день пишите расписание или сориентируйте сами себя, что сегодня вы будете делать... Что вы вообще будете сегодня делать, да, чтобы были более спокойны, даже если не будете ничего делать, что вы задумали. Если вы раньше брали кофе и шли гулять по парку, делайте то же самое. Найдите парк, магазин с кофе и вперед. Просто будет внешняя среда чуть-чуть другая. Вы учились, учитесь, работали, а работайте удаленно. Если работать нет возможности, читайте что-то по вашей профессии, деятельности, не стойте на месте. Сейчас большое количество бесплатных курсов, все что угодно можно найти. Задача сначала восстановиться, нужно самого себя восстановить, прежде чем помогать другим. Если вы чувствуете в себе силы, конечно, помогать другим здорово, но в первую очередь вы должны сами быть в цельности. Разочарование. Эта фаза или этап также есть в общепринятых фазах адаптации. Тогда появляются мысли, а может дома лучше? Ты чувствуешь себя немножко ненужным, потерянным. Начинаешь злиться на людей, которые в стране ты живут, в которую ты приехал. Менталитет и действия новых иностранных друзей вам не очень понятны. Чаще всего на этом этапе разочарования люди встречаются с тем, к чему не были готовы. Или чего они вообще не ожидали. Или дополнительным каким-то сложностям. Язык также очень часто оказывается чуть сложнее, чем мы ожидали. Какие-то новые фразы, которые мы не могли просто найти в учебниках, как проговаривают, выговаривают фразы. С менталитетом, с которым приехали вы и люди, которые живут в новом месте, тоже очень часто между этим возникает конфликт. Я хочу, чтобы те, кто меня смотрит, поняли, что такое разочарование происходит и в нашей обычной жизни. Даже если в своей стране, в своих же условиях, которые были, мы переживаем личные кризисы и кризисы вместе с другими людьми и родной страной. И всегда этот этап разочарования при адаптации, например, даже к новой платежной системе, новой системе обучения, новыми понятиями, к новым трендам этого мира, новому мышлению молодежи, какой-то новой сферой деятельности. То же самое, вы всегда встретите этот этап разочарования, он будет везде. Всегда, в любой точке на планете, в любых условиях, от самых плохих до самых даже лакшери условиях тоже будет этап разочарования. И переживать их вы будете все равно одинаково психологически сложно. И это нормально, это естественный процесс. Вопрос просто в том, насколько вы быстро этот этап пройдете. Что делать? Здесь мы создаем новые точки, опоры и новые ритуалы. И чем быстрее, тем лучше. На себя мы уже опираемся, супер. Что дальше? Когда мы за границей, мы думаем, вот мы погуляли бы в нашем любимом парке с любимыми друзьями, как тогда было здорово, как тогда услышать любимые запахи хочется, съесть любимую еду, пережить еще раз то, что было позитивное, какие-то воспоминания,
чтобы вам было комфортнее в новой среде, будь то новый город, страна или просто новые условия жизни, нужно создавать новые эмоции и какие-то новые воспоминания. Для этого что можно делать? Можно ходить на кружки, посещать просто новые исторические места, изучать историю города. Общайтесь с людьми и узнавайте их самих. В самих людях живет город, в котором вы живете, в котором вы пребываете. И каждый человек как сокровищница с новыми своими впечатлениями. Спрашивайте у своих новых знакомых, чем им нравится эта страна. Ну и чем не нравится, тоже для информации полезно. Чем они горды и что они очень ценят. Также будьте готовы отвечать и за свою страну. Может показаться, что нужно быть оптимистом, и на самом деле так оно и есть. Если вы будете сосредотачиваться на негативном, его станет больше, и, соответственно, вам сложнее будет адаптироваться к местности, вы просто будете больше ее не любить, не воспринимать, вам будет еще больше дискомфортно. Иногда старики вспоминают былое с такой любовью, все уже прошло, а так было здорово. Не так сильно на самом деле играют роль воспоминаний в прошлом, как сейчас для них самих. Скорее всего, им не хватает вот этих воспоминаний именно в нынешнем, в вчерашнем дне. Люди, которые не хотят свое прошлое, которые ищут новое, обычно они более адаптивно способны, более легко адаптируются и к любым, и к негативным, и к позитивным событиям в жизни, чем люди, которые ностальгируют по-старому. Это не значит, что это вообще не нужно делать. Иногда подумать о прошлом тоже круто. Просто это должно быть в меру. А создавать воспоминания нужно. И какое-то одно из, допустим, 10 окажется для вас тем самым, по которому вы сможете так же скучать, как и по прошлым воспоминаниям из прошлой жизни. И даже если вы, допустим, вернетесь в свою страну, вы будете с любовью вспоминать о тех событиях, которые происходили вот в той стране, в которой вы сейчас находитесь. И самый большой миф, который часто стоит преградой, это то, что многое платно за границей. А деньги не всегда у всех есть. Даже если мало денег, всегда можно получить впечатление и удовольствие от бесплатных самозанятий. Есть всегда много мест для посещения бесплатных, те же музеи, какие-то выставки. Вы можете организовывать совместные прогулки, да все что угодно, насмотренности. Пока вы будете создавать точки опоры, обратите свое внимание и силы на вашу насмотренность. Например, если вы приехали в Доминикану, как я, и сейчас живете, и вы, допустим, побывали в очень бедных районах, и, естественно, вы потом просто будете бежать из Доминиканы, вы не захотите здесь жить. Да, климат вам будет нравиться, скорее всего, и люди будут улыбаться, и все это необычно, но все же вам, скорее всего, не понравится. Если вы пробудете все время, которое пребываете в Доминикане, в отелях, то же самое, вы не поймете эту страну и зачем в ней жить, и какие в ней прелести, не прочувствуете все эти моменты, ради которых в принципе стоит ехать. Редко мы так категорично познаем новое место обитания. Это пример, чтобы вы понимали, как важно увидеть картинку в целом. В период адаптации вы можете гулять по одному и тому же парку и замечать все новые и новые вещи каждый раз. И удивляться самому себе, как вы этого раньше не замечали. Напишите, было ли у вас такое. У меня точно было. Поэтому гуляйте в разных местах, кушайте в разных местах, бывайте в разных, не знаю, супермаркетах, разных районах. Сидите и слушайте речь других людей. Это очень полезно и для языка в том числе. Наблюдайте, как они себя ведут. Это как искать в вашей игре какие-то новые уровни, дополнительные бонусы. Когда мы проходим один, нам открывается какая-то новая карта, и мы видим картинку более широко, мировоззрение расширяется и становится более гибким и восприимчивым. Второй вариант. Все то же самое, как и в первом, только добавляется еще больше напряжения, потому что разочарование не только в месте проживания, а и в принципе в жизни добавляется, скорее всего, беспокойство, потому что стресса уже очень много. Если человек его не сбрасывал, то может быть депрессия. Но инструменты одни и те же. Создавайте новые точки опоры, ритуалы. Например, для меня первое время привычка американская, которую переняли доминиканцы, говорить «привет, как дела?», она меня просто бесила, потому что кажется, что люди лицемерные. Человек уже объективно все равно, как у меня дела и все ли в порядке. Это восприятие
славянская, из СНГ, да, в таком случае нужно немножко переосознать такую чужую привычку и понять, почему они вообще так делают. И чаще всего то, что мы видим, это не то, чем кажется. Для Америки эта привычка создает такую позитивную атмосферу. Согласитесь, если у человека в жизни все плохо, а тут еще и везде в окружении на тебя косо смотрят, или грубят, или негативно относятся, или вообще молчат и тебя игнорируют, это, скорее всего, не улучшит состояние человека. А если тебе плохо, и ты слышишь «Привет, как дела?» и видишь эту улыбку, но это все равно будет влиять более позитивно, воздействие будет более какое-то приятное. Всегда улыбка будет расслаблять хоть немножко, хоть чуть-чуть. Это лучше, чем угрюмость. Поэтому это скорее способ американцев показать, что, возможно, да, все плохо или все сложно, но ты держись, и все будет хорошо. Поделись улыбкой своей. По поводу разочарования в жизни и себя. Знаете таблетку от разочарования в себе? Пойти учиться и узнавать новое. Снова тот же инструмент. Пойдите на бесплатные курсы своего какого-то любимого дела или хобби. Пообщайтесь с другими людьми из вашей же сферы. Соцсетей хватает, а да, один клабхаус чего стоит, который стал популярным в локдаун. Как вы получаете новые воспоминания для жизни, так же и получаете новые воспоминания и знания в своей профессии. И вы разочаровываться в себе будете намного меньше, если будет больше этих впечатлений, новинок. И самое главное, не ищите в мире что-то плохое. Оно есть, вы его найдете всегда. Но и также вы всегда можете найти точно такую же обратную сторону, позитивные стороны. И также всегда помните, что любая проблема, она решаема. Все возможно и все решаемо. Иногда, если вы сами не можете решить ситуацию, вы должны ее доверить времени или, не знаю, судьбе, если хотите. И они помогут вам разрешить вашу проблему много лучше, чем вы. Ну или вы увидите со временем решение какой-то проблемы. Ориентация. Первый вариант и второй будут примерно одинаковы. Люди — существа социальные, поэтому, чтобы сориентироваться, нужно не только знать, где жить и купить еду, а еще и как взаимодействовать в обществе, в котором вы живете. Или хотя бы как ориентироваться в разных ситуациях. Минимальный список такой. Где лечиться? Минимум знать врача-педиатра, терапевта, гинеколога, гастроэнтеролога. Список врачей будет индивидуальный. У кого консультироваться по вопросам документов, например, миграционный юрист, иметь контакты посла вашей страны, психологическая помощь, если она вам нужна. В некоторых странах нужно знать контакты адвоката, вступить в социальных сетях, в группы, если вы до этого момента еще не сделали, к экспатам, да, или другим миграционным группам, чтобы вы видели, как другие решают подобные задачи, с которыми вы сталкиваетесь. Общаясь в соцсетях, мы очень легко можем сдружиться с другими людьми, которые так же, как и вы, приехали в новую страну и живут в ней дольше, чем вы. Естественно, нужно знать местные номера, куда звонить в экстренных случаях. Номера такси или иметь приложение вроде Uber. Интернет, естественно, нужно постараться себя обеспечить там, в квартире или доме, где вы живете, и желательно лучший и самый быстрый. Очень много профессий, которые работают через интернет. Найти группу людей, которая занимается тем же, чем вы, и заниматься общим делом как-то вместе. Или встречаться и обсуждать. Узнать особенности менталитета. Жесты, особенности поведения общения, мышления. Это важно, потому что даже жест палец вверх, например, для Чехии, Дании и Нидерландов, будет означать «вон отсюда». А в Греции переводится как «заткнись». Да, сейчас уже часть людей знает о другом значении, что это все ок, да, но все-таки лучше не рисковать. Этот процесс будет очень долгим, но он очень важен. Чем быстрее вы осознаете разницу между другими людьми и гармонизируете ее, уберете ее, тем быстрее вы вольетесь в общество и будете себя чувствовать хорошо. И тем самым пройдете этот этап разочарования и быстрее сориентируетесь. И перейдете к следующему шагу. Преодоление депрессии. Первый и второй вариант будут примерно похожи. На этом этапе вы уже знаете много информации, вы чувствуете разницу себя и других людей, принимаете новые правила жизни. Принимать новые правила жизни не всегда просто. Нужно создавать новые привычки, применять язык,
изучить его — это полдела, а применять — это следующий этап, тоже сложный. В этот период каждый мигрант и адаптирующийся к новым условиям жизни человек может подумать, что, наверное, я не способен адаптироваться, как-то мне сложно, как-то очень много информации, хочется сдаться, хочется домой. Кажется, что это такой особенный процесс. Прошу вас вспомнить, как вам было с 6 до 11 лет, когда начинается школа, как вы приспосабливались к новым условиям и людям. Ведь не так это быстро было и просто. А первая любовь, а первое разочарование, а профессиональная деятельность, а первый заработок — тоже все не так легко и просто, как нам бы хотелось. Поймите, что все способны к адаптации. Не бывает людей, которые не адаптируются. Мы бы иначе не жили. Мы это делаем в жизни, мы адаптируемся в жизни постоянно, непрерывно, до года, когда учимся ходить в школе, в подростковом возрасте, в молодом возрасте, в среднем, когда семья уже появляется, к тому, как растут дети. Они тоже меняют вас, и для вас же ваши же условия жизни. Это природный процесс, который открывает возможности роста и выживания. Все процессы временны, все когда-нибудь кончается, и любые депрессии тоже, и переживания тоже, и страдания тоже, и войны тоже кончаются. Вы уже победитель по жизни, сколько всего вы уже преодолели. Если вам кажется, что научиться ходить, адаптироваться к школе и прочему, это все было так легко и просто, а сейчас у вас проблема другая, то все это, естественно, кажется. Потому что как только вы решили это свой внутренний конфликт, свою проблему, вы поймете, насколько она была такой же простой, как и все остальные, и как научиться ходить. Все было то же самое. Нету для человека ничего невозможного, нету для вас ничего невозможного. Главное не сидеть и не прятаться от мира, а пробовать его на вкус и на прочность. Мир для вас открыт, он не будет кусаться, если вы не будете на него нападать. Мир для человека всегда открыт, и он не будет кусаться, если вы его не будете кусать, да, не будете на него нападать. Дегустируйте и смакуйте эту жизнь, не надо стесняться. Все ограничения в нашей голове. Конечно, если у вас какая-то очень серьезная депрессия, всегда лучше обращаться к специалистам. Деятельная фаза. Чаще всего после падения мы набираемся вдохновения, собираемся и идем делать то, что мы хотим. Мы проявляем себя, свою индивидуальность больше в этот период. Ищем инструменты для реализации того, что мы придумали в голове, пока мы были в депрессии. Тогда мы еще больше вливаемся в общество. И, как правило, это переходит все в активный этап работы, использование окружающей среды для себя, поиск инструментов и использование их. И здесь, в принципе, повторяются все наши будничные проблемы, которые мы и так знаем, как решать или узнаем в процессе. Здесь самая важная цель — увидеть свои возможности, свой лимит и понять, что есть еще больше, чем вы думаете. И пробовать вот идти туда, где есть это больше. Представьте для себя самую сумасшедшую свою хотелку, мечту или цель. Представьте. И попробуйте ее реализовать. Помните период, когда люди хотели отдыха, перезагрузки, как люди не хотели общаться, устали друг от друга, и тут раз — и локдаун. Интроверты, наверное, были самыми счастливыми в этот период. Осознание себя в том, где вы есть. Через какое-то время после активных действий наступает небольшое замедление. Тогда человек начинает осознавать в полной мере, где он, как он и что он делает, куда идет. Этот процесс достаточно долгий, и если вам кажется, что вы и так понимаете ответы на эти вопросы, то в этот период вы поймете их еще глубже и сильнее погрузитесь в себя и в окружение, в котором находитесь. Чаще всего задаются вопросом, в чем ваша сила и в чем сила окружения, в котором вы находитесь, и как это все использовать себе во благо. И это все, как правило, сопровождается таким легким, приятным удовлетворением жизнью. Или мы, наоборот, осознаем того, что вам все-таки не хватает чего-то, и вам хотелось бы в другое окружение или страну. И это неплохо. Вы, адаптировавшись к новым условиям, узнаете себя, создаете через эти условия что-то, и дальше увидите новую цель и новые свои грани. В этом нету ничего плохого.
тогда вы ставите новую цель или хотелку, и все идет по новой. И в этом нет абсолютно ничего плохого. Менять свою цель после того, как поставлено прошлое. Весь этот путь люди проходят по-разному. Кто-то на фазе деятельности может оказаться через 5 лет пребывания в новых условиях, кто-то через пару месяцев. И это нормально. Следуйте за вашим личным ритмом, он намного ценнее и важнее, чем бежать за теми, кто быстрее. У вас нету ничего плохого, если вы долго или не быстро адаптируетесь, как кажется. Если я хоть немного помогла, дайте мне обратную связь и поставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Желаю вам больше позитивных событий в жизни и адаптироваться к новым трудностям легко и с удовольствием.